Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Resident Evil Deadly Silence, классический режим за Криса Редфилда. Ну, играю такую вариацию пути, как я оставил Ребекку в лазарете, и после этого она у меня погибла. Я специально так сделал, можно было спасти. Вот, и сейчас я уже добрался до лаборатории, иду на плохую концовку. Да, мы увидим в этой серии именно плохую концовку. Так, ну что ж, загружаемся тогда. Ну или как сказать, не то что плохую концовку, мы увидим концовку Криса. Только Криса. И никого больше. Никакой сирены не будет. Только вот эти вот химеры. А где еще одна? Так, поднимаемся наверх. Три зомби. Так, ну и идем по лесенке наверх. Да, не будет никакого тираныча. Ну, Брэд попытался связаться с нами. Берем батарею, вставляем ее и заходим. Берем сигнальную ракету и используем ее. Так, ну можно это пропустить. Смотрим концовки. Концовку. Только Крис. Так, ну титры можно выключить. За сколько я прошел? А, ну вот еще ролик. Интересно, за сколько времени я прошел сценарий за Криса? 2 часа 13 минут. Ну, я должен получить подарочек. Награду. Крутой парень. Кеннет теперь доступен для сетевой игры. О как. Круто. Чё-то он с ножом прям. Получена ракетница. И дают сохраниться. Возможность сохраниться. Да. Так, знаете чего? Я, наверное, всё-таки перезапишу вот этот сейф. Пофиг. Вот так вот. Так, ну а на этом я благодарю вас, ребят, за внимание.
С вами был Каиса. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Resident Evil DS.